В Астане Нурсултан Назарбаев провел пресс-конференцию для отечественных и аккредитованных в республике иностранных СМИ. Глава государства отметил важность мероприятия, которые прошли недавно в столице, и остановился на завершившей свою работу выставке «Экспо». По словам президента, она стала огромным имиджевым проектом и острием научно-технического прогресса. Естественные ресурсы планеты истощаются. Сегодня настало время задуматься над использованием альтернативных источников энергии. Казахстан в этом плане смог показать гораздо больше идей, чем от него ожидали. Журналистов интересовало, что станет с объектами всемирной выставки «Экспо». Глава государства подробно ответил на этот вопрос. Все, что мы построили за короткое время, фактически целый новый район наш Астаны, да, и какой район, за короткие менее чем 3 года, и жилье 1 400 000 квартир, все будет продано астанчанам сейчас. И на месте Экспо появляется международный финансовый центр Астана, такой как дубайский, гонконгский, допустим, шанхайский. А в нашем регионе нету такого центра. Уже финансовые институты мира, регионов, исламские банки, все согласились у нас работать здесь. И это будет финансированием не только Великого Шелкового пути, но всего нашего региона. Это будет новацией, новостью для всех для нас. В этом секторе будут работать люди, очень многие. Потом на одном из павильонов будет центр зеленой технологии. То есть продолжаем изучать, создавать, продолжаем распространять эту идею. Глава государства отметил, что средства, потраченные на проведение выставки, уже вернулись в бюджет. Туристы заполнили все гостиницы Астаны, регулярно посещали рестораны и культурные события. Бизнес получил импульс для развития. Нурсултан Назарбаев напомнил, что в строительстве Экспо участвовали более 1400 компаний, что создало мультипликативный эффект.